Алло, Диму. Алло, Егор. Так, где надо... Это... Режим студии надо, Диму. Хуя себе, ты как? Да, вот так. А вот вот так вот. И сейчас так. Студию тебе построить или что? Нейт! I have an idea. Нейт, I have a great idea. Oh my god. But I don't know. I think we can just set it on next online cap or something, but we can try use bot commands next for Windows to spec in online cap players, you know? I mean, somehow we need to separate both servers commands, like maybe next and next to or something. Ah. Yeah, we can try. Yeah. I got it. Доброго ранку, шановний кахателю Дефрау. Что это значит, начес? Ты что тут не по-русски базаришь, начес? Wait. If you, I think we need to edit some scripts. Because of next, we're working for both Windows, right? I mean, I have two clients running for two servers. That's what I talking about. Twitch. Impossible. Oh, what if we will have a comment to switch in on clients? I mean, if we writing like switch and the commands switch it to second client and then it working only for second client. It's like not really comfortable, but anyway, spectators, like viewers can switch it player spec and I can just comment in. Yeah, alright. Yeah, maybe we can do it for Defrag 2 in the future. I think for Defrag still working perfect. Yeah, we can discuss after. Привет. Это кто? Ты можешь прочитать? Привет, Нос. Тбнопора. Тбнопора? Мне кажется, Тбнопора. Это... Запись.
Yeah, what's about what Nate is working? Да, мы решаем этот вопрос по записи. Просто у него воды выключены на Твиче. Поэтому, если что, это самое, так сказать. Так, 8 минут до старта. Да, запись будет, походу. Да, да, запись будет. Yeah, I can download it. In awful resolution, but I can. But also, maybe I can just running recording from OBS, but I think it will weight of of the file will also big. I just have no place. Yeah, thank you, Nate. Так, ну что, 7 минут. Димон, а ты знаешь список карт? Да нет, конечно, не тут много. Для меня это будет сюрприз. О, да. Нет. Ой. Уже нет. Я половину карт не знал. Так, мне надо, подожди, я же окна не сделал. Шоу окна, так сказать. Знаешь такое, Димон? Шоу окна? Да. Показать окна. Я учил английский, у меня пятерка по нему стоит. Так, а какие там сервера? Я не помню уже, блин. Я хотел тебя спросить. А вот тут нос. Значит, я по адресу. Так, я смотрю за носом. Так, вот это первый Димон. Это первый Димон. А где второй Димон? Второй Димон, походу... Так. Так, это первый Димон запустился. А это второй Димон, походу. 5 в конце Димон. Так, все, два Димона запустился. О, черт. Так, можно, наверное, вот так пока сделать уже. Нос, ты залагал на первом сервере. How it looks, Nate? Дружище, ты залагал. Привет, Кузлех. Привет, Комполумус. Так, я залагал. Я не должен лагать, мне не надо лагать. А на стриме нормально меня слышно? Наконец-то онлайн-кап, да, Кузлех? А где демки на варпаках? Кузлех. Давай, нос, делай рекорд уже. Ты видишь, у меня рекорд 18.3. Так, 5 минут до начала. 5 минут до начала. Ну так, ЦПМ, отсылай демки. Я обзоры, конечно, не делаю. Но тебе же лучше, так сказать. Тебе же лучше. Ох. Смотри, на этого в Акутрике расстреляй, как в Акутрике вообще. Да, кстати, если кто не знал, Носф отбирал карты на вот этот онлайн-кап. И для чистоты эксперимента я... Не играл их вообще, я их не видел. Но я знаю какие-то карты с этого, да, с этого капа. Но
Я их вообще не тестил, не смотрел. Так что, если карты будут шайза, так сказать, то это самое. У одного из носов тайм-аут. Да, один из носов читер пас. Коллективная ответственность. Гости заходил, мне несколько карт поиграли. А как вы играли? Типа один на клаве, другой на мышке? Так играли? Это было я интересно. Бы так, я бы поиграл, кстати. Так, ладно, я тогда отойду на секунду. How it looks, Nate? Stream is ok. Yeah, I hope so. Так, ладно, я отойду на секунду. Так, люди уже начинают коннектиться. Его все еще не здесь. Так, алло. О, Егор пришел. Так, 18.00. Да, уже все? Ну так. Just Gamer на одном и на другом. Прокигопрейн. Так, прокир зипер. О, зипер это ждет. Just Gamer, ты справишься, я верю в тебя. Ну что, давайте, я не знаю, как обычно, подождем 5 минуточек еще. Музыку я выключу.
Так, у нас всего 19 человек зарегистрировалось. 18. А, нос ушел, да? Так, 18. Стало быть, по 9 человек на сервере. Здесь у нас сколько человек? Без нас троих. Раз, два. Так, Фракир. Раз, два, три, четыре, пять. Пять на одном. И раз, два, три, четыре, пять на другом. То есть еще восьмерых нету. Еще по 4 человека на сервер. Ну, ждем. А почему у нас троих? А, ну да, подожди. Раз, два, три, четыре. Четыре вообще, а не пять на другом. То есть девятерых нету еще. Ну давайте подождем. Как всегда. Ты сказал, не придет. В смысле не придет? Но он говорит, не хочет играть на ЛНК. А че он там зарегистрировался? Отрегистрируйся тогда. На туре, и как? Че как это? Ты вводишь в заблуждение всех. Так, а где это громко так? С Валюми. А здесь что? С Валюми. Подвезли команду с результатами. Результ. Yeah, I think it's old one. I'm not sure, but. А нет, это новый. No, it's a new one. Okay. Okay, okay, the frog life. Thanks. Thanks. The frog life. Так, ну что? Так, еще один зашел. Existence. Это кто? Это Томми? Кто Томми? По-моему, это Сенат. А Сенат это не Томми? Томми это Сенат, это точно. Ну, так значит, Existence это Сенат? Возможно. Ну, я это и говорю изначально. Ну да. Стримнос не может это... На каждую ракету поворачивается на старте, он как дурачок смотрит назад. Я говорю, как тысяч... Ну, я так в 2012-м стрелял. Ну, вы кутришник, это отстань, чувак. Че, вы кутришник, это не дает ему права, так сказать. Дает право. Не дает. Откуда ты знаешь его права, ты что? Правоохранительные органы? Да, я правоохранительные органы этого. Привет. Как, как ты говорил там, Димон? Дружище? Нет. Как то? Ник ты читал этот, вот этот, стрифчат. Чицит? Чицит? Точно чицит. Или не чит, или чицижд. Чицжд. Ники все понаделают, да? Потом. Ну, потом. Чицит. Так, ну ладно. Женечек пришел, FPS Женечек. Кто это Женечек? Ладно, я думаю, что мы можем это. Можем мы начинать. Почему ли стрима на Ютаб нету? Потому что Ютаб это, так сказать, сакс. Давно не видно стримы Егора. Димон, прокомментируйте это заявление. Го-го. Так, Женечек, зашел... это если что, Женечек, это ZQN. А, да? А ZQN да. Зарегался? Или он по блату? По-моему, видел его. Да, зарегался. Так, ну ладно, все, тогда начинаем. Начинаем. Так, первая карта. Значит... Так, а что ты меня просил прокомментировать? А, я не помню уже. Надо вот так сделать, Димон. Сейчас как я редактирую сообщение у тебя тут. Вот так. Димон, Дискорд. Всем ГЛХФ, так сказать. Ой. А. И зачем мне. Зачем мне эта информация? Чтобы я оттуда этого. Ага. О, первая карта стартуется. А у меня не стартуется.
Плохо для тебя? А у тебя стартуется? У меня все стартануло. И еще случилось. Error. CM loadmap. Has wrong version number. Нужен КГ. О, нет. Ну да, почему? Так. Это самое, ну-ка, почините мне. Память короткая. Так, а КГ тут? О, нет. Я буду коммитить, ребята. Пакистан прошел карту, ребят. Карту близко, честно. Ну, давай попробуем, если я, наверное, у меня скачал. А, ну, у меня скачано уже, я что я скачал. А у меня два файла каких-то, прикинь. Так, мне надо их заново тогда открыть, эти фраги, да? Чтобы удалить карты. Чувак кидает свое важное мнение в чат. Карту удали и скачать. Нет, он, возможно, он прав. Возможно, это сработает. Это не всегда работает, но возможно. Так, что там? Да, нет, у меня не заходит, не заходит. HTTP response code said error code 429. Чё? Кошмар. Так, а если с обычного дефрага? Тоже не заходит. А то я откуда знаю. А как ты... Да, там connected, disconnected сразу пишется. Так. Xmas. Оно даже не скачало, понимаешь? Может мне вручную скачать? Что за карта такая? Выключай VPN, может быть. Да выключено все. Нету VPN. Мне нужен... Так, а если вручную скачать? Ну, давай еще раз попробуем. Проверь темп файл закачки. Или через браузер. Нет. Не пускаю. Temp files? Xmas 17. Download. Страница недоступна. Я не могу скачать. А ты можешь, Димон, мне ее скинуть? И попробуй. Найти бы ее еще у себя. Что из знаков? Ага, блядь. У меня есть какие-то два ПК-3-шника. Хуй его знает, какой из них правильный. А что за... А, вот этот вот. Я понятия не имею. Вот у меня тоже их два было. Но у меня все нормально спускается. Так. Я скачал, да? Господи, почему опять так сложно начинается все? Прошу прощения, ребята. Прошло только 4 минуты. Все равно. Connected. О, все, я зашел. Yes! Ебой. У нас получилось, ребята. Так, первый пошел. Второй пошел. О, КГ пришел, проверь темп. А, это ты писал. А я думал, это ты предлагал мне. А что за... Через браузер? Прямо в дефраге у меня нету темп файла, закачки не было у меня в дефраге. Так, у меня как будто лагает из-за снега. У меня здесь все это... в порядке. А я думал, по дощечкам надо прыгать, ничего себе. Mm-hmm. А чё, почему только... Just Gamer стоит, смотри. Так, будем за фракиром смотреть. Говорит, готов, готов, а то ли стоит АФК, смотри, какой. Так, а я думал, по дощечкам надо. Уже интересно.
Уже смотри, роты. А прикинь, по дощечкам прыгает. А знаешь, как... изи можно террейн сделать в Unreal, Дима? Подозреваю, что да. Мне-то зачем тут? А, пусть, да. Будь здоров. Спасибо. Так, нос Аурум говорит, у него снег. Спасибо, Начос. У него снег. Дропает его FPS. Спасибо, Нос, да, скинул тоже. Снег дропает FPS? Да. Удивительно. А кто пишет? Аурум. Аурум, да, писал что-то. Смотри, какие ты фраеры, как снег вырубить, говорят. Они в реальной жизни его вырубят. А в натуре как вырубить? А зачем? Это ну, лучшее, что есть на этой карте, бляха, муха, ты хочешь его вырубить? Я думаю, что на картах должно быть побольше снега. Особенно падающего. Так. Ну что у нас по лидерам? Зипер. Как обычный зипер. Ну, не то чтобы как обычный, но зипер. И про кипоп, я так понимаю, 9.5. А что у про кипопа роут какой-то? Давайте сразу его спалим. У нас Новый год, праздник, будем сразу палить прокипопа. Подозреваю, что у прокипопа первый фреймовый прыжок, поэтому надо его дисквалифицировать с онлайн-капа. Точно фреймовый, да? Ну-ка давай, посмотрим. А где прокипоп? Прокигоп Рейн. Или это Рейн? По-моему. Это точно либо прокипоп, либо прокипоп Рейн. Но я вроде как видел, что был проки, был прокипоп Рейн. Просто если это Рейн, то Рейн говорил вроде как, что он в отставку. Так он уже третий раз такое говорит, или уходит. Да, но он говорит, я в отставку, и это, заводит фейк. Так, Ваш. Говорят, это про кипоп, ну ладно. Про кипоп, так про кипоп. Так кто-то пишет. А как вырубить снег в натуре? Ты его не вырубишь. А КГ? Это все равно, что сказать, а как вырубить вот эту вот текстуру, ну? А, так это шейдер, да? По идее. Ну да, это просто дофига куча брашей и с текстурой падающего снега. Блин, а в Unreal это вообще же... проще можно сделать. Да, намного проще. Да, можно в просто... Дефраге, в дефраге нет функции добавить дождь. Да, а вот в Unreal'е есть. В дефраге 2 есть функция добавить дождь. А еще там есть функция добавить горы. Там есть функция добавить медкит, нет? Да, да. Точно есть? Ты меня ну, не обманул? Пока нет, но... Ну вот и все. Ну это пока, Димон. А, Димон, ты чё, будем мы с тобой это, будешь обучаться мапить-то для DF2? Хрен его знает, посмотрим. А то я собирался просто эти новые карты начинать делать. Было бы это, я бы тебе на их примере объяснялся, показывал. Так, ладно, посмотрим за Пакистаном. Пакистан у нас выкутришник. Пока что Кузлех, кстати, нифига Кузлех сделал тайм какой.
Сейчас бы найти сервер 10. А Минова? Минова, смотри. 10 и 3. Не будем уж говорить, что про Кипоп сделал 9. Ну да, не будем говорить. Да, мы не будем. А, Пакистан, почти. Иван, давай. Я верю в тебя. Нифига, Иван, это... Снапит? Иван снапит. Что? Иван снапит, Димон. Это не Иван, Димон. И это не Иван. Вот это Иван. Я все, да. Я все вижу. Нифига. Блин, ну тут на самом деле, мне кажется, если на топ-1 тайм идти, то тут очень какой-нибудь сложный очень, роут. Очень хитрый роут. Очень хитрый, да. Явно не по дощечкам, подозреваю. Потому что там рампы. А ты знаешь, что топ-1 роут пиво? Нет, конечно, но мне очень интересно узнать, его нужно поискать. А давай поищи. Сейчас поискать тебе? Да, хочешь? Не совсем. А вот и не надо тогда. Оба выключены. А здесь оба есть? А там мобов нет нигде, нос. На картах, на других. Не будем тыкать в лицо, так сказать, картами. Мне кажется, один дефраг громче. Вот где Пакистан, блядь. Эсволь. Так, Зекивен, 10-1. Неплохие результаты. Да. А что делать вообще, вот я не понимаю. Типа, мы же можем просто поговорить, по идее. Поговорить. Яхамуха, какой ты трол. А, Егор? Не знаю. Да, Иван, жестко. Тут чат без бота. В плане какого бота? Ну, Найтбот есть. Говорят, что одна из карт. Звуки. Да, тут без, потому что этот звуки коннектятся к чат, к этому, к твичу, к твич каналу, к моему. Если их коннектить дефраг лайв, то будут проблемы. Но не то что проблемы, это просто долго будет, и я не думаю, и там нужна будет информация личная канала, так сказать. А я стримлю через стримгей просто без логин пароля. Так, 10-3. Так, Зукен сделал 9 тоже. Давайте посмотрим роут на 9. Но я подозреваю, что роут на 9 это... Это без дощечек? Дощечки. Так. Носф пока тоже не прошел. Очень жаль, конечно. Носф не любит рампы, потому что рампы это рандомные обы. Всегда. Да. Это всегда рандомные оба. Хотя, если разобраться, то рампа, это же получается, допустим, 50 пикселей по диагонали, и каждый из этих пикселей расположен же он не диагонально, правильно? Он же просто квадратиком как бы. Так. И получается, что каждый пиксель это отдельная высота на рампе, правильно? Возможно. А если это каждый пиксель отдельная высота, то на этот каждый пиксель есть свой об, который всегда там будет и никак не изменится, правильно? Возможно. Это значит,
что на рампе все обувы стабильны. А сможешь ты их ставить стабильно? Ну, на каких-то рампах ловят же. На каких-то ловят же. Да. А тут слышишь? А тут нет. А зачем? А мне зачем? Подожди. Ну, блин, я не говорил, что я это. Зачем? У Виза спроси, зачем ловить оба после каждой ракеты. Ну да, согласен. Каждый пиксель это пиксель, как ни крути. Ну вот именно. И на каждый пиксель можно словить оп. Ну ладно, каждый может. Каждый пиксель не... это оп. Да, нет, подожди. Mm-hmm. Я окей, может не каждый пиксель. Ладно. Ну, не условно говоря, каждый пиксель. Ой, все, запутали меня. Я опять как это. Мы сделали это, как запутали меня. Так, женечек пока лидирует на одном из серверов, на другом абсолютно лидирует ProKickOpRain. Давайте посмотрим за насосом и за Томми. О, Кет. Йоу, Кет, все. Так, Адимон, расскажите пока обстановку в Урае. У вас есть снег? Снег есть. Падал вчера. Вроде как много. Теплеет. Достаточно. Да, достаточно, чтобы убирать утром дом, так сказать. Да, да. Из-за морозов жестких в начале января, там минус 40 было. У нас, короче, потолок немножко опустился и плитка в своей потрескалась. Чё? Да, такое бывает, оказывается. Что от холода у тебя потолок просто опускается и трескает плитку, блядь, на стене. Блин, жестко. И что, плитку менять будете? Да, походу надо менять. Его уже сняли, все. А какая плитка там была, дорогая? Красивая, голубенькая, с рыбками. Да? А есть фотки? Да, фотки. Возможно. Но это не нужно идти, спускаться, фоткать, возвращаться, скидывать тебе. А, блин. Ну тогда на пятой карте это... Только там уже все сняли давно. Потолок меняй. Ну да, карта новая. Карта для кого-то новая, для кого-то старая. Все относительно. Здорово, Пус. Дружище, здорово, здорово. Здорово, здорово, дружище. Блин, я думал, это только мы с тобой дружище будем. Я теперь всегда это буду использовать. Это слово. А я думал, только мы с тобой. В новом году все карты новые. Ну ты можешь только со мной. Нет, тогда так нечестно. Я думаю, что все люди дружище. Все люди дружище? Да. Я думаю, так должен думать каждый. А если это маньяк какой-нибудь, или вор, или насильник? Он тоже дружище? Ну, такого не должно происходить. Ну что ж, дело происходит. Ну, это мы живем в России, видимо. Я тебе говорю, как должно быть, что все люди должны быть дружище друг другу, но оказывается, что нет. Да и Карлс засал, он увидел. Привет, шериф. Шериф. И Карлс засал просто. Он увидел, что там начес играет. Я такой, ну нафиг. Не буду я бороться. Так, начес сделал тайм хороший. 10, и Карлс 790. Боится играть онлайн кап. Слишком много нервов для него. Слишком много людей. Поиграй вот дуэльный кап. Вот там такие нервы, и как. После этого онлайн кап, тебе покажется. Да, как начес, который искал 113 минут. Или кто? Начес вроде искал 113 минут. Видел картинку эту, Димон? Какую картинку? А вот начес скидывал. Куда именно? А вот в адепты. Да, начес. Что он искал поиск соперника ЦПМ 113 минут.
Не про эту дуэльный кап, который кап, понимаешь? Так, кто-то ушел спектаторить или кто-то меня скинул. Непонятно. Так, Пакистан борется с женечком. Вы посмотрите на это. Вы просто посмотрите. Сцепились два чувака. Просто очень странно, что Пакистан выкутришник чистый, а женечек вроде не чистый ЦПМер, но при этом он явно стрефит лучше, чем Пакистан в ЦПМ, по крайней мере. Пакистан на опыте, видать. Ну, Пакистан мудрый, я считаю. Пинг 9, я думаю, это тоже решает. Пинг кто тут как решает? Ну, если знаешь, снег типа лучше падает, укладывается на рампы. Поиграй на рампах в спиннер, ты поймешь, что. Да я играл. Ну вот. Но я не помню, что там. Я помню только, да, как ощущается ПГБ. Чем больше у тебя пинга, тем сильнее ты входишь в землю на рампе. А, ну-ну-ну. И вот это может как-то влияет. Думаешь, пинг 20 разница влияет? Конечно, это так сильно влияет. Настолько конечно. Настолько сильно влияет, что женёк просто не выдержит, не выдерживает парень просто. Женёчек, да, чё-то. Не на того спарринг-партнёра напал, так сказать. А о чём ты, Диман? Что значит привет, после Диман. Турнира? Диман, я думаю, что так как у нас некоторые люди... Диман, у нас некоторые люди не пришли. Я думаю, Носов будет не против, если ты на последние 8 минут хотя бы какой-то тайм поставишь и зачистишься в таблицу и поиграешь остальные 4. А вообще был анонс на сайте. Диман, надо сайт проверять. На сайте очень много новостей было. Вроде как он уже там 4 дня держался. Носов, а можно ли сделать... уведомление на телефон. Приложение DFComps. Кстати, надо Enter написать приложение DFRAG. А чё бы нет? Когда я проверял ничего. А когда ты проверял? В том году? Я тоже такой. Я там проверял год назад, там не было никакого онлайн-капа. Да, в том году, говорит, проверял. Да. Ты в прошлом году проверял. Ну я сделал, да, я за полчаса, конечно, скинул. My bad, конечно, но на сайте как бы тоже был анонс. А, ну как бы, Диман, короче, давай, подключайся, давай. Будет круто. Все карты со снегом и 30 FPS. Тебе понравится, Диман, я знаю, ты любишь играть танки, ты это знаток в извращениях, так сказать. ББВР. Не, Диман, кстати, сильно стрейкит. Так, что у нас? 9.5. 8 минут, 7, 6 минут осталось. 6 минут осталось. Давай, Диман, я тебе скину этот айпишник. Ты мне в личку в Дискорде напиши, если ты будешь. У меня есть для тебя IP. ВР? А он не может зарегаться, да? Не знаю. Но я думаю, что зарегаться, не зарегаться. А нос своего просто в таблицу добавит и все. Но если хочет человек поиграть, что бы его не допустить, тем более, что много кто не пришел, судя по всему. Там можно зарегаться. А, Гимрок, кстати, подошел, да? Давно Гимрок подошел. Привет, Гимрок. Да, давно. Если Гимрок, ты... Давно здесь вообще-то геймрок. Геймрок жесткий. Так, осталось что, 5 минут почти. Давайте посмотрим топ-1 каждого сервера. Ему не выдало IP. Вы обновляли страницу, Дима? Там не выдало. А ты мне в личку напиши. Или, а, ты написал. Ну извини. Я это... Я немного тупой, поэтому...
Скоростной парень здесь, ребят. If you have some English viewers, just let me know, and you can ask everything you want. С мультиюзерной херто почти все придумал, надо будет чуть попозже с центром обсудить. Но чуть позже, давайте завтра. Я могу завтра. Хотя завтра я думаю, я, наверное, буду стримить, но это не точно. Ну, в общем, если что, ну, сегодня можно после вот этого стрима, а закончится он где-то в 9. То есть в часов 10 ориентировочно мы можем созвониться, если рантрейву будет удобно. Где обзор экстры? Обзор, давайте, будет. Так, 4 минуты, финиш, он 30, сервер, да. Да, ты забыл написать, а я помнил, а я такой смотрю, а мне что-то это не очень как-то было, типа я себя не очень хорошо чувствовал. Я смотрю такой в Дискорд весь день, Димон не пишет, думаю, ну ладно, значит не будем сегодня писать, ладно. Только пятого вообще вспомнил. А я помнил, между прочим, где в принципе обзор. Ну я в любом случае не могу, так что. А где Томми? А Томми появлялся в Дискорде вообще? Вон экзистенс же. Так это Сенат, это не то. Так от Томми это и есть там. Так они все, смотри, они сидят. Так и Карус им подсказывает, получается. Что он подсказывает? Они в Дискорде сидят, ему. Я видел, они там сидят. Ребята эти. Ты видишь сейчас, вот смотришь? Видишь, куда смотрю, я вижу их. В смысле? Ну вот ты в Дискорде смотришь туда? Я смотрю туда. А Икарус участвует? Нет. Смотри. О, Томми, а чё ты не играешь? Обзора нет, зато вот онлайн кап есть. Чё началось? Так, осталось 2.5 минуты. Обзор, я не знаю, да, на экстру надо бы записать, я не знаю, может в понедельник, конечно. А ты в понедельник, ты после 4, да, будешь свободен? Возможно, скорее всего, даже раньше. Ну, ориентировочно на 4. Эта информация только для участников ПУС. А Димон подконнектился, Диман, который... Да. Я же говорю, скоростной парень здесь, ребят. А, ты вот, точно. А чё 11? Ну давайте за ним посмотрим. А чё-то слабенько, 2 минуты осталось. Ну ладно. Старайся лучше-то. Вот участвовал бы ПУС. Блин, я не знаю, честно говоря, лень. Пока что лень, очень лень обзоры писать. А вот стримы, кстати, стримы появятся. Стримы давай появятся. Делать обзоры на стримах. В целом, как бы можно, но... Будем просто надо... угорать на стрим. Зачем у тебя обзоры? Давай как вот, с экстеном, мы вот так же будем обзывать. 30 минут на карту и все. Ну, это было... Мы были молоды. Ну, так давайте вернем те времена, когда мы были молоды. Так, у меня, смотри, обзоры на стримы. Смотри, Димон. Куда Диман, значит... О, я только сейчас заметил, что у Димана в нике Диман. Типа DSI. А почему S там? Я думал, это просто типа какой-то рофл, что это DLL, типа какая-то DLL-ка. А это у него Диман написано. А почему? Ну, DL, а чё за? В натуре? Диман. У меня есть библиотека Димана. Димон. У меня получается тоже. Моя библиотека получается, да? Покчемп, да. Ну нет, не твоя, а Димана, Димон. А там же не... Натуре, все. Все. Я все понял. Так, 20 секунд сейчас осталось. Возьму, переименую всю винду, и будет там Симон написано. Это я случайно нажал. Я проверил бинды. Случайно парень нажал. Смотри, так, нос, делать скриншоты, да, на всякий случай, или не делать? Так, я слышу, стоп-тайм там прозвучал. И здесь стоп-тайм, спасибо, нос. Так, делать скриншоты. Я сделал. Мне не сложно.
не последний. Так, ты до недели сделал. А, ну ладно, а то я... Он уже все сделал. Все, уже next. Уже next. Так, и Каруса перекинем куда-нибудь. Так, сейчас. Вторая карта. Надеюсь, она будет поинтереснее, потому что здесь... я пишу connect зачем-то. Потому что здесь... Чё? А, во. Как снег падает, чё вообще? Что, снег падает, карта говно. Короче, я не знаю. Ну, как бы она просто, типа, ну открытие лайткапа. Так, а это что у нас тут? Так, тут у нас бусты. Бусты, значит, надо сделать 6 бустов. И я на самом деле не уверен, что кто-то, точнее, абсолютно все смогут пройти эту карту. А может и смогут. А смогут, я думаю. А у меня Fast Sky выключен, да? Fast Sky 0. О, красиво. Так. О, я надеюсь... О, дед, смотри, дед Зиппер. Не это. Не смог. Сразу дисконнект. Давай, Just Gamer. Давай, я верю в тебя. Давай, я за тобой даже посмотрю. И давай, Димон, давай, мы сможем сказать, что Just Gamer делает не так. На солнце. Смотри, солнце какое-то. Так, Пакистан прошел первый. Когда выкутришник проходит ЦПМ карту первый среди ЦПМеров. Отлично. Он вроде без ГБ. Ну так все равно. А там солнце в виде из телепузиков, да, я так понимаю? Да, похоже, что да. Да, похоже, на Кнатика. Не та случай, где можно полмапы срезать. Я не знаю, Пус. Ты спасибо, конечно, за подсказку. Но вроде потолок есть, вроде потолок есть. Да, это из телепузиков. Качественно. А, нет, это не из телепузиков, но это похоже очень. Идея та же. Идея та же, да. Не, ну классно, классно. А почему два солнца? Два солнца. А это тебя Air Draw Sun, по-моему. Это какой-то в другой этой. Air Draw Sun 0. О, отлично. Ты просто взял и удалил солнце с космоса, понимаешь? Да, я просто взял и переместился в другую солнечную систему, где одно солнце, Дима. Всех переместил, получается, да? Всех, да, я... Нашел абсолютно точно такую же планету, но только с одним солнцем, да? Да, да. Так сколько галактик? Это ж можно устроить, так сказать. Ну, то есть, да. Наверное, в целом есть точно такая же планета где-то. Где-то. А Existence это Сенат нос. Это русский. Это русский Existence. Русская Existence. По-русски. Так, а сейчас я посмотрю, зарегистрировался ли он. Да, АВ Сенат. Седьмой номер. Если Икарус не отрегистрировал. А, он это шестой номер. Если Икарус не отрегистрировал. Так, а результаты. Общая таблица. Двести пять. Опа, нашли срезу, ребята. Я верил в них. Я знал, что до этого дойдет. Ты смотришь за Пакистаном? Нет, сейчас я посмотрю. Смотри за Пакистаном. Опа. Парень нашел, он нашел Опа. Это. Опа! Вовсе-то и не Максит, получается. Вовсе-то да. Пакистан все-таки мудрый человек, Дима. Да. Вот так вот и бывает. У вас там секретные переписки проходят, да? Во время компетишена. У кого? У кого? Что? А кто говорил? Слон. А.
Давайте не говорить со слонами. Так, я смотрю, Кузлех тоже пытается делать. Но смотри, на самом деле, Паркипоп достоин звания FPS. Чё Паркипоп? А вот. Ну, в плане... Ты тап наш. Смотри, какой парень. Пока что лидирует Фракир на одном из серверов, а на другом лидирует Аурум. Кстати, надо Аурума проверить на читы. Потому что я помню, что у Аурума были какие-то читы. Автоджамп был, который по фреймам бегал. Но это он бота забыл вырубить, чувак, понимаешь? Я не думаю, что Аурум будет тут уж прям так выходить сразу. Ну, надеюсь, что Аурум не Альмира. Интересно, кто ближе всех к VR приблизится. А сколько VR пус? Расскажи нам. Аур. 18,9. Че там? Аурумера. Аурумера? Так, дед вернулся. Он вернулся. Дед воскрес, так сказать. Он вернулся, ребята. Свечу Аурум с 2 ГБ проходит, а у него еще 5 плазминок есть. Да. Ну тут явно надо учить, типа вот эти повороты и резать много прыжков. Да. А у кого, у Чопа? Не у Чопа, у Виндера, у кого-нибудь, да, ВР? Наверное. Чоп тут, наверное, не зарулит. Тут же не на каждый прыжок надо буст. Тут надо думать. Да. Ну не то чтобы. Тут надо просто. У Фрога? Нифига, Фрог жестко. Фрог, да, он умеет победу играть. Да, Хайдес умеет. Не, ну ладно, давайте. О, геймрок. Геймрок лагает. Это ничего страшного. Так, Миновый еще не прошел. Нос пока это что не прошел. Экзистенс не прошел. И дед. Ну дед только пришел. Так, а Пакистан что с читами так и проходит? Пытался, но у него не получилось только что. С какими читами? Не знаю, а чё, какие читы? Я не видел тут никаких читов. Я тоже. Карта абсолютно хорошо протещена. Смотри, там на старте, я вот за геймроком смотрю, и там на старте это, как будто, знаешь, это у скамеек семок наплевали, блять, и от плазмы как будто это то же самое. Возможно, сейчас я увижу геймрок. Ну там любого можно включить. Хотя Пакистан не смотрит даже в ту сторону. А, тут очень кривой клип, я понял. Да, его нету над комнатой. Он есть только над комнатой. Так подожди, тут, наверное, и не нужен тогда. Тут просто нужен хороший стрейф тогда. Хотя я не уверен, что с ПГБ не будет быстрее. Хотя вот этот поворот, который Пакистан сейчас пришел, скорее всего, без ПГБ быстрее тогда. Карта с подвохом. Это да. Карта с интересным роутом. Пескаль. Да не сложно, чё сложно? Не, Пакистану явно надо дальше прыгать. Он как раз причем типа сбрасывается с клипа перед этим поворотом сложным. А мне кажется, там с клипа надо... нужно сбрасывать, потому что тебе нужно в телепорт зайти. Или ты чё имеешь в виду? А, там никак не упасть?
Ну да, крипто над всем, над всей комнатой. Над всей, да не над всей, я смотрю. Над всей. Ты видишь, там, где нет, там, где разрывы, там нет крипто. Так я а чё, а отчет? То есть он, получается, просто поднял пол и сделал его клипом, я правильно понимаю? Похоже, что так. А там же есть дырочка перед финишем. Разве там не дырочка в клипе? Если он поднимал пол. Он же не делал отдельно, типа, клип? Там есть клип. А как то? А, ты клипы включил? Нет. И просто на старте есть точно такая же дырка, и я такой, а. Если есть на старте такая, такой клип, да, то значит и в конце есть. Ну, логично. Могу специально для тебя пойти посмотреть точно. А ты прям пойдешь? Я бы поспекал. Я пойдешь? Прилетела. Там нет ничего. Там есть клип, короче. Ну блин. Очень жаль. Ну шериф. Шериф, ну зачем? Хитрись ты в рот, а клип-то толщиной в 2 юнита. В 2 юнита? Прекрасно просто. Так это можно как-нибудь скипнуть. Блин, я не знаю, а какой смысл был? Типа, человек явно задумывал, наверное, что будут проходить с ГБ. Правильно? Правильно. А не проще было на всю карту на уровне потолок на одном уровне везде? Нельзя было просто натянуть один большой клип на весь потолок и тогда нигде ничего не скипнуть. Понятия не имею. Карта 13-го года, если тебе это о чем-то говорит. Это же проще, типа. Ну я не знаю. Ну или это задуманный какой-то роут, я не знаю. Типа, как я сделаю срезу. Да, да. Я буду затрачиваться и буду делать клипы в 2 юнита высотой, чтобы могло бы срезать. Да это какой-то этот Bardock style mapping. Потому что, блин, 2 юнита клип. Если вам нравился стиль маппинга Бардока, и вы хотите научиться маппить так же, то вот вам подсказка. Открывайте радианты, отключайте там сетку и маппите. Да, и маппите без сетки. Кому не нравился стиль Бардока. Нет, карты у него хорошие, безусловно. Но суть не в этом. Суть в том, что я переделывал Бардока ВП. Давайте посмотрим за Миной. И я понял, что Бардок не очень... Потому что он явно мапил без сетки, потому что там все настолько криво сделано. Просто очень криво. Слишком криво. Может, он думал, что карты сделаны через сетку. Не так уж натурально кажется. Не знаю. Ну, то есть, это даже типа в редакторе даже некрасиво смотрится, понимаешь? Понимаешь? Я не знаю. То есть, ему настолько похуй. Весь окружающий мир, он не по сетке не сделал. Ну, не по сетке, но это не значит, что он не эстетичен, правильно? Может, он добавлял, что думал, что отсутствие сетки добавит реализма больше. Реализма в чем? И натуральности его карты. В общем, в любом случае, я планирую переделывать карты Ванилла. Помнишь такие, Димон? Чё-то я помню, да. ВК3-шные для стрейфа. Не то, чтобы я их играл, но я видел это с ними. Да, я их хочу переделать для DF2. И я очень надеюсь, что Ванилла
были сделаны по сетке. Сенат. Но мы же в дефраге не только девятиэтажки строим. Хотя есть в дефраге девятиэтажные карты. Девятиэтажные карты. Например, вертикальный Бутово. Дизайн, ребята. Вертикальный дизайн. Точно. Так, у Начеса наклевывается прогресс. Очень жесткий прогресс. Начес очень классно играет сейчас. Бузя. 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 Будь здоров. Спасибо, Дим. Спасибо, дружище. Не за что, дружище. Дружище. Как-то смотришь на эту срезу, на эту, на этот ролл, да? Mm-hmm. А люди-то без нее играют и делают 21. Да, а тайм сколько? 18. Ну, я подозреваю, что ты не сделаешь 18 без этой срезы. Чуваки тут по большей части пешком ходят. Ну, не знаю, не знаю. Ну, может, конечно, с хорошими бустами там, да, где надо, на высокой скорости. Ну, выучить карту надо, естественно, поиграть на ней явно не полчаса, хотя бы часик. Хотя бы что-то. Team 9 and Sim. Thank you for follow. Kiss channel. Невиданный ранее Т9. Не, где-то видел. Где-то видел. Все ясно. Димон. Что? Что тебе? Ты можешь это не говорить, пожалуйста. Что? Может, ты видел небритого? Аншей, который... Да, видел. А Ансина ты не видел, потому что он невиданный ранее, понимаешь? А, я думал, ты знаешь, кто это. Не, видел его на стримах на своих просто. Точнее, не видел. Ну, если серьезно, я его вообще впервые вижу. Точнее, не вижу. Я его впервые не вижу. О, кто-то поверху прыгает. Минова такой бежит по своему роуту, и над ним кто-то прыгает. И интересно, он типа или не заметил, или такой, типа, а, ну тут всегда кто-то прыгает, типа, да, блядь. Фантастика. Чуваки по воздуху прыгают. Das ist fantastisch. Нойштадт. Чё, когда Нойштадт будет? Не знаю. Ты помнишь кросспав карту? Конечно, я помню. Всю? Немножко. Не, ну, на старт, да? Так, Минова слушает стрим. Он что-то подозревает. А там можно, Минова, залезть наверх. Могу дать подсказку, что там, где дырка, там нет клипа сверху.
Но это сложно реализуемый роут. Может там как-нибудь финиш-триггер криво накинут или еще что-то, и можно сверху именно зацепить его как-то, или не сверху, где-то снизу, там, подлететь вниз, как-то зацепить, я не знаю. Давай я посмотрю, я пролечу пока, ты увидишь, скажу тебе. Ну давай. 10 минут осталось этой карты. А триггеры тут тоже толщиной в один юнит, вообще кошмар. Что? Фантастика. Зачем один юнит триггер? Ну именно в конце, а не один юнит. Остальные вроде как... нет, я ошибался. Что? Они везде по одному минуту. Даже вот на полу. Да, он тоже по одному минуту. Я тебе сейчас скину такую вещь, ты охереешь. Ну-ка. Как ты определил, что это один юнит? Ну, потому что я знаю, как выглядит один юнит, потому что я слишком много макал книгов. Видишь? Там дырочка. Да. Но это не особо-то сильно влияет на что-то, но просто триггеры на разной высоте. Зачем? Случайно? Мне кажется, его просто было похуй. Возможно. Типа... А как он геометрию-то так ровно? Не, там даже, наверное, геометрия не по сетке. Не знаю. Это все так странно. Так, 9 минут осталось. Учимся делать ГВ, но в новом году пора бы уже и уметь, так сказать. Давайте посмотрим за Фракиром. Фракир пока пре-лидер, так сказать, заместитель лидера. О, Димон играет. Я не играю. Кто-то сказал, что я не играю. Ну ладно, не играешь, не играю. Не играю, так и не играю. А вот, нет, все. И посмотрим за... А мы начали смотреть за Ауромом, давайте посмотрим. Ауром у нас... истинный пре-лидер, так сказать. Заместитель лидера. Заместитель заместителя. А вот заместитель заместителя лидера — это Фракир. Понял, дурак бы не понял. Согласен. А я, знаешь, что подумал? Вторую комнату видишь? Где? На этой карте. Вторую комнату? Да. Хотя, конечно, это вряд ли, но может быть все-таки. Все-таки может быть. Фантастика. Чё-то. Ничего, подожди секунду. Секунду. Егор, секунду. Интересно, бляха. А, подожди. Не, короче, не вариант. А где? Так, а старт где? А, вот тут старт. Лунтик здесь, ребята. Лунтик? О, лунтик. Давайте посмотрим за лунтиком. Лунтик увидел ПГБ, говорит, я в деле. Сейчас смотри, сделает 19-4. Какие? Все в шоке будут. Как так? Что? Это как это? Заходят, значит, лунтик в бар. А, подожди, захочет. Подожди, бля, это похуй, я запутался. Бывает и такое. Так, Лунтик думал, здесь 200 плазмы.
Он ошибся, я думаю, он сейчас просто выйдет и все тогда. Возможно, он думал, что карта длиной в 5 секунд. Возможно, но перед этим лучше было бы ему посетить стрим. Перед этим ему нужно было по-другому подыскать, да? Да. Так, а где вторая комната? Вторая комната — это там, где первый разрыв появляется. А. Я думал, типа, она такая не шибко длинная в плане, ну, по одной оси, да? Там, uh-huh. По одной оси короткая. И я думал, может, там сбоку можно отлететь, до триггера телепорта долететь. И срезать пару прыжков. Но оказалось, что так сделать нельзя. Ну, звучит логично. Что так можно было бы сделать, в принципе. Угу. Не, ну без карты Фарастахэ, походу, такое, конечно, будет. Так, а подожди, ну-ка, Носф, а где тут елочка? Елочка в небе. Есть счастливый ребенок. Это такие типа будут рождаться елки, до тысячи. Да? Такие дети будут рождаться. Счастливые именно, да? Такие вот дети будут рождаться в 2021 году. Солнышки? Да, такие вот счастливые. А ты знаешь, солнышками кого называют? Ну-ка. Умственно отсталых. Внезапно. Дети солнца. Умственно отсталые. Впервые об этом слышу, на самом деле. А можешь загуглить. Подозреваю, Димон, что ты сейчас пожелал всем то, что происходило в 2020 году. Отлично. Отлично, Игорь. Я сделал это. Новогоднее настроение, солнце. Ну, блин. А был же какой-то Xmas Cup там? Что-то там были же карты? Нас так не называли, мы об этом не знаем. Но меня тоже так не называли, я просто знаю тех, кого называли, так сказать. Не понял. XQC Dog Food. Thank you for follow. Так. Я типа слышал, что вы типа детей назвали, типа, солнце мое, да? Ну чтобы типа дети солнца, вот это выражение я вообще впервые слышу. Ну, типа солнышко. Ну солнышко, но типа это звучит обычно, понимаешь? Welcome. Солнышко, ну, это да. Так всех называют. Just Gamer, спасибо за follow. Давно пора было это сделать, Just Gamer. Очень стыдно. Мне очень стыдно за тебя, боюсь, нам придется с тобой попрощаться. И с молодежкой тоже. С молодежкой тоже? Че? Что значит с молодежкой попрощаться? Он Just Gamer. А почему-то подумал нам попрощаться. А нам зачем? Не знаю, Егор. Зачем нам попрощаться с молодежкой? Я не знаю. Вот и я не знаю. Так, Диман. Диман. Ты давай или с трофеи... Давай. Есть у тебя бинда, Диман? Нет. Вот. Нет, говорит. Вот. Так, кто-то вышел. А, Лунтик вышел. Смотри, просто вот как слушать людей. Один говорит, ебал ЕГБ, а второй говорит, нахуй стрейф. И как? Жить? Можно играть в Рокет. Можно играть в Рокет. Можно играть в Ракеты. Да. Какой вариант предпочитаете? Предпочитаю играть в Комбо. Комбо тоже предпочитаю. Комбо, Биг Тейсти и Картошка Фри. One minute left. Да, одна минута тем временем. Сол, что-то быстро как-то проходит. На самом деле, когда с кем-то сидишь, проходит гораздо быстрее время. Похоже, что так.
Так, у Димана почему-то не плазмится по стене. Я думаю, что нужно дисквалифицировать карту. Карту? Да, потому что у Димана не получается. Там еще с приседом надо плазмить, ребят. С приседом. А я понял, что он хочет. Да-да-да, я понял тему. У тебя 10, 9 секунд, Диман. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Диман. Диман, ты не успел. Я 20 минут пытался. Ну, Диман, надо было вот так пытаться, понимаешь? Лучше, понимаешь? Просто лучше попробуй, что ли. Фига ты можешь. А я так смогу. Дай, о, о! О, о, о! Такой ему бошку открыли, на. Помнишь, Диман, Битермана двойного? Ой, Димон. Помню, помню. Серка открыт. Стрём говорить теперь. Так, все, что, next можно? Next, давайте. А давай, нет, еще раз будет тогда. Так, эту карту я знаю. Ох. Здесь, сразу скажу, здесь, значит, есть рокет. Здесь у нас роуд с ракетой наперед. И она очень узкая. Она не очень удобная. Здесь не работает топ, это выделенные сервера, которые не подключены к датабазе МДД, в отличие от обычных серверов. Вот. Мне нравится брошворк. Брошворк? Брошворк. А где тот брошворк, где он? На стенах. Йоу, Шарлон. И на... Бонсуа. Везде, что ты представил? Че, это брошворк, что ли? Ты видел у Романа какой брошворк? Мне насрать, мне нравится здесь, как он сделал. Минималистически. Ну я бы ее перемапил для DF2. Что за, блядь, такое сравнение ебаное? Ты видел, блядь, вот там брошворк. Это не отменяет того факта, что он здесь довольно нормальный. Ну он здесь тоже что? Нормальный, да. Ну он... вот и я все, блядь. Ну все, мать, я. Да... Кого? М? Как что, кого? Все понятно, дело. Да. Зайди, поставь рекорд, чтобы пацаны перебивали. Думаешь? Я сижу на одной коленке. Я так всегда играю. И что? Для меня это звучит как идеальная поза. А я помню роут. Ты это спрашиваешь кого? Кого? Что? Вот и все, господа. Все, Лида. Ждем, пока перебьют Лиду. Кто такая Лида? А вот Лида. Лида... Лида Семенова. Почему Семенова? Ну, Лида Семенова, не знаешь, да? Ты не знаешь Лиду Семенову? Я знаю Лиду Раисовну. А Лиду Семенову ты не знаешь, да? Ты не знаешь? Я подозреваю, что знаю его. Подозреваешь? Внезапно подозреваешь, что знаю? Смотри, как. Да. Даже я не знаю, кто это. А я вот знаю. Так, Just Gamer просто сликать пытается. Но здесь, конечно, так как у нас 200 ракет, надо бы постараться каждую ракетку уместить в свое место. Это означает... Каждую? А? Не каждую из 200. А прикинь, сделать карту? На 200 ракет? На 200 ракет. Это идея для Гнега, Нему.
Это слишком ебанутая идея для гнида, слышишь? Такое не умею делать. Гник 200 будет называться. Гник 200. Чисто карта, где тебе нужно расстрелить 200 ракет определенным образом, чтобы получить новый штайм. Да, при этом стреляя ракету не на каждый прыжок. Да, при этом, чтобы это не был ракет-спам. Просто да. Гениально, шикарно. Это просто будет самая большая карта в этой фраге. Да. Я думаю, такое можно сделать, блин. Такое можно сделать, конечно. Если четко рассчитать, типа, и писать на бумаге, где сколько ракет ты, типа, используешь. Ну и мапить это будешь долго. Это будет работа на год, бляха. Одну ракету зафейлил, килл. Звучит круто. Ну да. Так, это а что там надо с собами? А что? Чтобы было. Чтобы надо было ловить оп, стреляя под себя ракетой под определенным углом. Ну, если ты говоришь, типа, зафейлил одну ракету, килл. Как будто бы, типа, в дефраге мы так... никогда не делаем, да? Да-да, как будто мы фейлим две ракеты, потом килл нажимаем. Зафейлил ракету такой. Еще фраги добавить. И продолжаешь играть. И это должен быть тимран, Димон. Ох, да-да, тимран, конечно. Я обязательно сделаю тимран. Кстати, тимран — это хорошая идея, Димон. Не хочешь попробовать гнек тимран? Нет, конечно. Почему? Гнек тимран? Да. С пушками? Да. Тимран на экстру. Это звучит не... Кстати, Тимран на экстру звучит хорошо, но да. Как мы... Тогда тебе надо нос сделать, чтобы можно было объединяться в группу прямо на сайте и заливать от имени группы. По два человека, так сказать. Например, есть карты на двух. Например, Delayed — хорошая карта. Ее можно поставить, она классная. Я бы даже обзор с радостью сделал. Но, только пришлю демок меньше, чем на гник. Одна команда. Не, на самом деле, тимран на экстру, если сделать этот, так сказать, функционал сайта, именно, чтобы можно было отсылать от группы, как на этом, например, на ДВВЦ, да, что ты там отсылаешь демку, и у тебя там написано, что ты в такой-то пати, там, грубо говоря, в такой-то команде. Если это сделать на сайте, то, блин, тимран на экстру — это вообще круто будет. Даже я бы с Дональдом, наверное, поучаствовал. Почему нет? А я с кем буду участвовать? С Карусом? А у тебя каникулы кончились, Димон. Ну и что, это не значит, что я не смогу сыграть? Согласен. Тимран. Тогда надо делать тимран на троих. Да, third person на экстру, да, короче. Только мы с тобой отправим тэк, понимаешь? Third person, блядь. Third person — это довольно сложная карта, если ты ее не забыл. А на троих какая не сложная карта, Димон? Хотел сказать OGTFSA, но потом вспомнил, что она на пятерых вообще-то. Ну да. Не, прикольно, нос, подумай об этом. Это вроде звучало как рофл. Тимран на экстру. Но на самом деле это можно сделать, реально. Займись вопросом. Тимран на экстру — это очень круто. В натуре жкстры будут. Жкстры. Не рофл. Ну хорошо. Так, ну что, меня перебили? Меня еще не перебили. Пакистан. Пакистан, смотри. Ну-ка, Пакистана, посмотрим. Пакистан делает ГБ на 1100, это уже больше, чем зерк. Димон, ты понимаешь? Сколько делает ГБ зерк с ракеты? Так, спрашиваешь, как будто зерк делает ГБ с ракеты. А сколько он делает? А вот на... Вот так вот он делает. А, покажи. Может, ну, ты вот сделаешь ГБ как зерк? Я? И ты? В смысле, что сделал? Что ты? Не, подожди, в чем вопрос? В чем, какой вопрос?
Егор. Зерк в StarCraft играет. Да мы знаем. Мы знаем, да. Он же наш капитан, мы знаем все, что он делает. Да, но он не знает, что мы делаем. Да, в этом проблема. Да, поэтому он капитан формально. На бумаге, так сказать. На бумагах. О, connection interrupted был, Димон. Это у тебя, потому что стрим залагал. Очень жаль. Мы делаем тимран на экстру, согласен. Кто мы? Это, не знаю, Кузгук с кем-то делает. Пишет, Кузгук, ты делаешь тимран карту? Вау. С Кузлехом, наверное. Будет называться Кузран. Именно так и будет называться сейчас, так шучу. На троих. Полное название карты без регистрации и смс. Я думаю, это название для гнега Димо. Гус-гус-гус-гус-гус, вот это, да? Да, гусра. Гусра. Вы же помните, что такое гузло, да? Да. Я тебе хотел предложить, кстати, погонять его под дождем, так сказать. Но потом вспомнил, что у тебя пинг большой, и это очень неудобно. Я можно лишь только в первый играть под дождем. Ну да. Ну, но кстати, первую... можно попробовать. В первую? Ну да. Но я не хочу так запариваться на геометрии. Это очень... И карта в форме букв. Это очень сложная геометрия. Где тут сложная-то, Димон? Это, в принципе, сложно сделать, чтобы у тебя были буквы, чтобы они были еще и наклонены, блядь, чтобы при этом все было нормально. Это... Нет, пизду блядь. А это кто мапил, кстати? Это, по-моему, Бенз, да? Quest Run. Quest and Run. Я думаю, что да. Бенз-то красавчик был. Жаль, не Орфи. Играет. Орфи? Орфи. Не, не знаю такого. Это мало того, что надо сделать буквы с наклоном, это надо, чтобы еще там какой-то геймплей был. То есть размер подсчитать так, чтобы там можно было пикнуть геймплей. Да. Так ты можешь скопировать эти буквы с карты, Димон, и просто по размерам сделать. Конечно. Свои. Конечно. Я же могу спиздить букву Z, например, да? Или G. Или Y. Да ты любую можешь. Какую букву-то? В этом мире все можно спиздить, Димон. Из QSN Run или ты? Не, вообще. Вообще? Вообще. Кутриас Сайтс Нет. А чё это такое? Это там, что написано. А, типа QSN, Kutriasites.net, .run, это буква. Там на лошоте вижу, Kutrias, U, T, да, что-то есть, да, такое написано. Сутис. Буквы Z нету, как вы видите, да? Так, Кузлех стоит. G нету, есть только Y. А чё Кузгух не играет? Подожди, тут изначально был Кузлех в чате. Или Кузгух. Так, смотрим за Аурон. Кузгух. Аульмера. Интересный роут. Аурум почему-то считает, что набирать 400 скорости на слике быстрее, чем выпустить как минимум одну ракету, пока спускаешься, и получить те же 400, а то и больше. За один фрейм считай. Это
Это очень интересно, смотри. Почему он думал, вот он 1900 он попал на слик, то есть, ну, уже с приростом скорости, у него 1900 на слике. И он 2700 выходит с него, с этой горки. То есть он получает 800 упсов. При этом у него 200 ракет. За это время, пока он спускается на его скорости, можно, наверное, выстрелить 3 или 4 ракеты. Что равняется 1500 упсов или 2. Вышмат. Вот это вышмат. То есть Аурум в теории проигрывает на этом слике где-то 3 секунды. А это как ты вычислил? Я вычислил. Не сомневайся в моих мотивационных способностях. Я не сомневаюсь, а сколько одна ракета дает? Я знаю, вот сколько один джамп, например, да, дает, а сколько одна ракета дает? А не имеет значения. Почему? А вот. Сколько у тебя рейка за год? 8,5. Но у меня не VR, тут надо дрочить, я не хочу мне лень. Но у меня, по крайней мере, написано 8,5. Я не знаю, сколько это в таблице там, потому что у меня было же эти все рекорды просрались. Ну, почти 3 секунды. Может и 3, раз ты говоришь, что не дожал. Чё, в смысле? Ну, 3 секунды парень теряет. Не, не от меня, а вообще. В принципе, да? Да, в принципе. О, 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 ох ты ж. О, о, а-а-а! Ну что такое? Что такое? Меня еще так, тоже не перебил парень. Так, меня, смотри, меня погнали все уже. Точно? Походу. Ну, надо, значит, идти раздавать всем. Вот этого вот. О нет, вот это спейсинг, Егор. Минус вот 56. Спейс. Вот это неожиданно, конечно. Вау. Вау. Вот это спейсинг. Смотри на этот спейсинг. Ой, мне очень неудобно, я очень неудобно сижу. Ну сядьте поудобно. Посидите, полежите. Полежите? Полежите. А что? Ну вот, полежите вот тут вот. Ну вы понимаете. А нет, ты вот объясни. Я-то, может, понимаю, а дорогие телезрители? Ну, если ты понимаешь, то значит, нет никаких проблем. Я так думаю. Чё там, ладно, ещё 400. Давай, Егор, сената перебей уже. Ну, мне сенат ничего плохого не сделал. Блин. Шикарно. Минус 24, Егор. Я в шоке. Плюс 24? Минус. А чё в шоке-то? В шоке. Минус 24 от меня на ракеты. Я не царь в ракетах вообще. От солнца вообще. Так я тоже не особо, Димон. Ну да, типа, да, да. Подумаешь, всего-то несколько 10 тысяч лет играл на ракетах только. Да не 10 тысяч уж. 10 тысяч. Ну, по моим расчетам 10 тысяч. Ты сомневаешься в моих математических способностях, да? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Так, давайте за сенатом и посмотрим, что у него по роуту. Так, надо и на втором тогда сервере, наверное. Чему тут не сидишь, ты в расслабле не играешь? В натуре надо сидеть перевертышем. Чем удобнее сидишь, тем расслабленнее играешь. Чем
расслабленнее сидишь, тем удобнее играешь. Тебе нужно разве в дефраге удобнее играть? Мне надо быстрее играть в дефраге. В натуре. Поэтому не важно. Поэтому как, сиди быстрее, бляха. Сиди быстрее, старайся лучше, блядь, не выебывайся. Именно так. Так, ну что, Сенат? У Сената хороший ролл. Ну, как видишь. Как видишь, у него 9,7, что на 500 быстрее, чем у меня. Чем у тебя? Да. А сколько у тебя тайм здесь? 10,2. А чё так плохо, Димон? Думаешь, я играл, я в спектраторах сидел. Ты в спектаторах поставил? Да. Так что я думаю, для чувака, который сидит в спектаторах, это довольно неплохой результат. Да, да, очень даже. Экзистенс придумывает ролл, смотри. Так. Насколько он придумывает? Не знаю, он там слишком мало постоял, мне кажется, он. И не факт, что он успел что-то придумать. Что-то он жесткий на ракетах, да? Сенат-то оказывается. Ну, Сенат жесткий, да. Еще прям страшно. Так он на варкапах, ты видел, какие демки шлет? Да нет, конечно, думаешь, я их смотрю? Их либо маскать, либо икарус. Вот так вот, спалили друг друга, да? Да, да. Точнее, сами себя спалили. Ну я-то обычно на обзоре смотрю. Ну я-то обычно валидирую, да? Так ты тоже со мной иногда на обзорах смотришь? Всегда, всякое время. Так, Нос, а это почему новогодняя карта? Да, кстати. Потому что она вышла в январе предыдущих годов. Или она вышла 31-го? Или 1-го? Осталось 9 минут, ребята. Да, 9 минут. Так что давайте, так, выходите из 9 секунд. В натуре. Все верно, в натуре? Пора бы уже 8 делать, ну что вы, господа. Все верно, гордится. Шикарно. Я не думаю, что в дефраге так уж много карт, которые содержат в себе снег. Она вышла 5 декабря. 5 декабря. Это зима, если ты не в курсе. Привет, Трейн. С первой попытки. Ну, если у тебя есть бот, который делает сразу 7 секунд. А, это 30 мая. Ну да, это у них же это. Да, да, да. Все наоборот. Да, это. А и сверху она скорее в форме ракеты, чем в форме ел. Она сверху, типа, знаешь, в форме Останкина. Я не думаю, что Останкина как-то связана с Новым годом. Так, Нос, объясняй, почему ты сказал новогодние карты будут. Из новогодних я увидел только первую, и то она была с хуёвым снегом, из-за которого падал FPS у Аурума. Такого снега должно быть побольше на картах, понимаешь, Егор? Это отличное геймплейное разнообразие, я считаю. Ой, я помню, у Капкорба была приятная карта с дождем. Дождем, да. Вот такие вот, да, карты нужны. Да. Атмосферные. Атмосфера, сразу. Плюс атмосфера, ребят. От освещения в проекте говна пирога, поэтому мы добавляем атмосферу с помощью снега, блядь, и дождя. Кстати, можно добавить эту какую-нибудь процедурную грозу. Процедурная гроза. Да. Процедурная. Процедуры грозой. Процедурная гроза, ребят. А, ну, в Новый год эту карту играют. То есть любая карта, в принципе, по такому
по логике может стать новогодним. В целом я с Начесом согласен. То есть 21-й мало чем будет отличаться. Да. Играем мы все тоже говно. Ракеты? Ракетраны говно, по вашему мнению, да? Нет, я считаю, что... Ой, все, отстань. Ну что началось опять? Что началось? Что ты меня заставляешь думать? Я тебя заставляю думать, потому что ты говоришь нелогичную хуйню. У меня сейчас кровь из глаз пойдет. Скинь фотки потом. Чё ты смеешься? От чего? Чё? Во-первых, от чего у тебя кровь из глаз пойдет? Во-вторых, почему скинь фотки? Скинь помощь. Ну не знаю, а к чему? Ну типа... Ну то есть, я не знаю... Это всегда пахнет конфликтом. А я не хочу конфликтов. Скинь фотки. Ты скинь фотки и не будет конфликта. Что-то вы плохо про кипопа научили дорожки пиздить, Рейн. Вы как-то позанимаетесь с ним, что ли? Рейн уже ливнул с дефрагом, не позанимается. Да, он ушел в отставку пока что. Пока что ушел. Пока что, да. Ну, пока новых фейков не появилось, пока ушел. Так, 5 минут осталось. Или появилось. Не знаю, Димон, я в дефраг не играю. Не могу тебе сказать. Так, посмотрим за топ-1 на серверах, а я не могу сам за собой смотреть. Ладно, мы тогда будем смотреть за ZQN, потому что ZQN мы еще не смотрели. И будем смотреть за... За 9.2 про кипоп. Ну, про кипоп мы только что смотрели. Давайте за Начесом. У Начеса тоже, кстати, хорошие ракеты. Ну, у ZQN, кстати, хорошая техника, типа, да, вот это все. То есть он отлично кидает ракеты, но здесь у него большая ошибка, что он использует пол вместо стен. А это шикарно. Тут ведь много стен, и от стены ты всяко получишь больше скорости. Да. Под себяшки это, конечно, круто, но... Нет. Ну, не всегда, да. Ну, то есть, когда есть стены везде, зачем юзать под себяшки? Вот, например, да. Вот, пошло. Пошел, парень. Пошел. Парень-то едел, смотри. 10.5, смотри. Так, осталось тем временем 4 минуты. 3.5, если быть точным. Рейн, от чего у тебя кровь из глаз пойдет, скажи мне. А то, что на экране 2 дефрага сразу? Не знаю, я смотрю 2 дефрага сразу, мне комфортно. Мне комфортно тоже. Но в принципе, может быть, кому-то некомфортно смотреть на 2 дефрага сразу. Вообще стрим-то так устроен, что можно и 4 дефрага в теории сделать. В теории можно сделать еще 24 дефрага, в принципе. Но тогда уже смотреть будет некомфортно. Тогда ты будешь смотреть ни на что просто. Ни на что, да. Смотреть будет не на что, вот так сказать. Так, Начес сликает. Ну это просто балуется. Да. Я знаю, что у него не получился роут. Почему бы не побаловаться и не посликать, нет? Да. 8 здесь делается. Очень легко у человека. Я чувак, подозреваю, что... Человек просто не может смотреть, как эти люди делают 9 секунд таким роутом. Вот такое отношение в районе. И звуки модели Xarge. Это класс. Лучше, типа, знаешь, типа 1023 Саржа и один Битерман где-то прыгает, и тебе надо найти. Он же тихий, пиздец. В этом и прикол. Ну, то есть, из-за того, что пишет Рейн, мы можем сделать какой вывод?
ему. Можно сделать один конкретный выбор. Так. Ты его будешь озвучивать? Нет, я думаю, бы хотел, чтобы... туда-сюда. Я бы хотел, чтобы ты его озвучил. Я, скорее всего, недопонимаю, что имеет в виду Рэн, потому что я хочу сказать. Ты недопонимаешь? Возможно. А почему так думаешь? Потому что я так думаю, да. А что тебя побудило так думать? Чё? Я тебе уже сказал, я так думаю, потому что я так думаю, чё тебе непонятно. Ну ладно, ладно. Ладно, мы не будем... Мы не будем. Мы хорошие люди. Так, мне осталось показалось. 30 секунд. Что, что скрипту за Гвена? Что, баним его? Нет, не показалось, что он сейчас перебил себя. Он поставил хороший тайм. Он поставил хороший тайм, но не перебил себя. Я пока не слышал, чтобы я потерял лидерство. Хороший тайм, это не значит, чтобы... Егор, ты знаешь, что такое хороший тайм? Да. И какой же это тайм? Опиши мне его. Он очень хорошо пахнет. Ходит каждый день в душ, моет голову. И хорошо выглядит. А еще он стоп тайм, кстати говоря. Да. Да, в Деботикале тоже есть. Да, он давно есть. Но он там очень сырой. Так, следующая карта. Очень новогодняя. Очень новогодняя. Да-да. Да-да. Тоже будешь играть, я только пьяный. Нормальная стрейф-карта, чё ты? Поворачиваешь туда-сюда, весело, пиздец. По-моему. Да, еще там такой спейсинг. И чё? Спейсинг, попади в него, и всё, блядь, в чём проблема? Согласен. Спейсинг у него, блядь. Это, кстати, карта Бенза. А это уже плюс уважения. Так, смотрим за тем, за кем давно не смотрели. Смотрим за Кузлехом. И смотрим за... Фракиром. Нет, вот за Ксерчебле. Хлерчебле. Текстур нету. У Пакистана вот нету текстур. Это шок, Пакистан. Это на самом деле еще и... Я не знаю, как это перевести, отстань. Ну, стыдно, что нет текстур. Да, стыдно, но я не знаю, чем тебе помочь. Так, Кузлех ищет дорожку. А он пошел не туда. Я не смотрю за тем, кем нужно. В смысле не туда, за туда? Он пошел. Я смотрю не за тем, кем нужно. Так, Хлерчбле дошел до базы. Именно за Хлерчбле я и смотрел. Вот он не туда. Давай, Кузлех, ты справишься. Кузлех, ты не туда пошел. Видишь, тебя не пускают, Кузлех, иди обратно. Вот, вот. Куда вы не туда? Задержка на стриме, Егор. Кузлех, задержка. Кузлех. Прикинь, если бы эти платформы были с лигами, вот это было классно. Прикинь, если бы эти платформы рандомно ездили по воде, как льдины. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Не как лифты, Димон. Ну, вверх-вниз немножко, понимаешь? Ну, немножко, да. То есть, прикинь, насколько это рандомно вообще. А чё там у нас написал? Дурак, ты зареган. Подожди, я должен это сделать, подожди. Есть. Привет, дурак. Ты чё, дурак? Блядь, столько внимания, чувак. Так, первый прошедший у нас Прокипоп, минута 09. А второй прошедший это Дим Твич. Дим, привет. А Дим Твич, это ты Дим с Рефлекса, да? Дим. Который Дим? Который с Рефлекса. Ай.
Дим. Сразу вспомнил. Возможно, вспомнил. Здорово. Так, пройдет ли Кузляк карту? Что значит не карта, а лабиринт? Как будто, типа, лабиринт не может быть картой. Значит... Ну, ты можешь, да, ты можешь зарегистрироваться и попасть. Я тебе могу дать IP, если у тебя IP не всплывет. Но, да, ты как бы это... Осталось еще две карты, да? Да, вот это и еще одна, да, осталась. В принципе, можешь, если хочешь. Не, ну Бенц все-таки очень классно мапит. Да, слушай. Че, Димон? Че, Димон такой, смотри. Сразу он обучит меня. Я расцениваю это как бычвание на меня. Бычвание. Ты на меня бычишь? Так, значит. Кузлех прошел карту. Теперь следующий вопрос. Сможет ли Кузлех сделать меньше, чем минута 20? А начос на новогоднем стриме, который проходил в Дискорде в 5 утра или во сколько, казался культурным человеком, между прочим. А тут бычит. Представляешь, Димон? Начос там был. Был? Я помню, ну, Хостовара и Томми. Да, и начос был. И начос насос. Был. Да, был. Насос. Один. Бляха, точно, насос. Ой, бляха. Я думал, потом, что я был насос. Трезвым. А, то есть ты, я понял. Просто насос это как бы Хостовары, и ты подумал, что это Хостовары. Угу. И на так все и было. Так, Хлерч, бле. Так, что же придумал у нас Хлерч, бле? Хлерч, бле. Так, сделает ли Кузлех? Сделал. Так, другой вопрос. Сделает ли Кузлех меньше, чем минута 10? Смотрю я на карту. Так. Я в шоке. Почему? Брашворк? Да, я смотрю просто на каждый пиксель ближе. Я такой думаю, а как бы это спиздить? Это уже не первый раз, когда я что-то пизжу у Бенза на самом деле. Да, что-то у него еще брал. Египетский стиль, по-моему. Ну, не, египетский стиль у Тамбурина лучше, по-моему. Так у кого угодно, я смотрел много где. Привет от Ямани дошел. Это я хорошо. У всех по чуть-чуть брал. Так, а ты, Димон, ты зарегался? Который Дим? Дим, ты зарегался? Тебе дали этот... Айпишник? Дим, ты зарегался? Дим, ну Дим. IP тебе дали? IP вам IP дали, Дим? IP вам дали, Дим? А где ты? Ты зашел где-то? Ну вот, не дали ему, видишь? Нет. А вот я тебе на Твиче в личку тогда сейчас дам. В личку потому сейчас что... я дам. Ну что, в Дискорде тебя долго искать. Вот ты сейчас вот в личку дашь, смотри. Обороняйся, там. Дим. В личико.
Так, у нас скоростной парень. Скоростной парень пока лидирует. Так, Узлех сделал минуту ровно, пока мы разбирались с Димом. И у меня следующий вопрос. Сможет ли Кузлех выйти из одной минуты? А пока что скоростной парень лидирует. Я думаю, он поэтому и зовется скоростной парень, потому что он лидирует. Да. Кузлех, я обязательно слежу за твоими успехами, но мне очень интересно посмотреть, как прыгает скоростной парень. Ты меня прости. Так уж вышло, бог рандома так сделал. Бог рандома только так делает. Что вы попались на одном сервере, понимаешь? Так бы я за вами обоими смотрел. Но видишь, тут в чем дело. За какими обоими? Вот Вероника Стенова. Ага. Вот за ее обоими, да? Да, вот за ее. Рампу в конце задел. Так, Диман сделал 41.4. У меня вопрос. Сможет ли Диман выйти из 41 секунды? И давайте посмотрим за экзистенсом. Нет. А я не тебя спросил, Диман. Что ты мне отвечаешь? Дим зашел. Так, Дим зашел. Эксайт. Но он еще коннектинг, он пока еще входит. Можно сказать, что уже зашел. Смотри. 3, 2. А дым. Два. Да. Ну и почти получилось. О. Ну смотри, он зато зашел. Так что в этом был я прав. Это да, это согласен. Смотри, Вероничка тут. Вероничка это дурак, кстати. Я ж правильно помню тот момент. Кто? Я правильно помню, кто такая Вероника Степановна. Да, я правильно помню. Степановна? Да, Степанова. Кто это? Ну вот. Ну вот она. Ты знаешь ее? Ты мне скинул что-то? Нет. Ты знаешь, я тебя спрашиваю, ты знаешь Веронику Степанову? Я знаю, кто такая Вероника Стенова. А я знаю, кто такая Степанова. Ну хорошо. Так, ну ты тоже, по сути, ее знаешь. За Димом. Да, тоже знаю. Да. Только ты не знаешь, что ее звали Вероника. Что ее звали Степанова. Степан? Степанова. Это Степан? Вероника Степанова. А кто Степан? Ты. Я не Степан, Дима. Может быть, ты не Степан. Это не мне решать, скажи. Это не мне судить. Степан, ты или нет? Слушай, Димон-то неплохо скачет. Какой Димон? Который Дим. Так, Кузлех, ты все еще не вышел из минуты, я смотрю. Я смотрю, ты хочешь минус рейтинг на DF.com с Кузлех? Учти, что если что, то я могу сделать так, что тебе и Кузгуху, твоему другу закадычному, дадут по минус рейтингу. Поэтому можно сказать, ты сейчас отдуваешься за двоих, Кузлех. Имей в виду. Давим на него. Психологически, да? Кто там прыгает на Питермане, я не пойму. А это ж Existence прыгает на Питермане. Блин, почему Питерман такой классный, но он вякает, когда прыгает так отстойно? Это не Питерман, ты в курсе? Это Питерман. В курсе, что нет?
CG third person. Так, клоун, бляха-муха. А, Питерман похоже просто вякает. Не близко. Ну, чуть-чуть похоже. Не. Просто мало кто пикает Биттермана, поэтому я не знаю. Похоже ровно настолько, насколько лебедь похож на слона, понимаешь? Ну, кстати, есть определенное сходство. Да, у слонов тоже есть крылья, я слышу. Ну. А я-то тут при чем? А вот ты все пропустил, Кузгух. Минус рейтинг тебе, если Кузлех не сделает меньше минуты тайм. Че, ты будешь third person-то отрубать? А Existence, нажми еще раз гестуру. А, он просто даже когда прыгает, он себя по голове бьет за чем-то. Класс. Видел это дело? Да, я знаю, да. Idol Animation. Idol, считай. Ты. Так, байкер где-то. Пакистан на байкере. Да, точно байкер. Да. Ну-ка, один из, так сказать. Один из байкеров, так сказать. Он один из байкеров, ребят. А Диман, а у тебя какой самый высокий SR сейчас? На ком и на ком? А, в натуре. А был? Тебя ж все равно ниже не кинут. Ниже, чем был. Ну, может, чуть-чуть ниже кинут. Ты еще не от этого волся, Диман? Диван. Диван. Так, 15 минут осталось, что могу сказать. Карта длинная, карта сложная, карта ДФВЦ. Поэтому за полчаса ее хорошо пройти, это сложно. Любую карту за полчаса пройти, это сложно. Ну, ДФВЦшную в смысле. Вроде в опене вообще. Да, есть такое, Диман. Я был 3, а стал 2,8. Диман. Блин, у нас тут 3 Димона уже. А есть кто-то, кого-то еще зовут Дивон? Да, одногруппника моего тут зовут Дима. Да, тут он? Нет, не тут он. Тут он. Я Андрей, как я Андрей. Кузгуха, Димон зовут. Кузгух, ты Димон? 4 Димона здесь, ребят. А почему Кузлех? То есть Лекс. То есть он Алексей, я подозреваю. Стал быть Лёха. Правильно? Александр. Так, ну, допустим. Димон из Рефлекса. Во. Саня. Санджа. Так, Кузлех это Санджа. А Кузгух? Ну, вот смотри, я хочу пояснить, так сказать. Кузлех как бы от имени, да, пошел? То есть, Кутрилекс, Александр, Лекс, Леша, Александр. Алекс, Сандер. Алекс, Сандер. Санджа. А почему Кузгух не пошел от имени? Почему он не сделал Куздим, например, да? Нормально же? Куздум, типа...
Гух в армии кликуха. В смысле дух, а не гух. То есть это... Гух. Именно гух. Нет, ну если это дух... Гух. Да, ну говорит да, дух. То есть, а почему... Гух. Так там у всех, так у всех в армии кликуха дух. Это стало бы, все такие ники должны делать. Да, дух. Ну, дух. Душа Г, Г маленькая, похожа на Д, ну, прописанную. Ну, типа, да, ну. А почему не Куздим, Куздум? Куздух. Куздух. Кутри дух. Кутри дух. Дух Кутри. Дух Кутри, считай. Санджа. Он уже привук. Привук. Привук такой. Не будет Минджат. Минджат не будет. Минджат не будет. Очень жаль, что он не будет Минджат. Я бы так хотел, чтобы он поминджал. Поминджал. Ну я просто спрашиваю. Побежал. А почему Кузлев пишет эти, как будто он из Латвии? Что значит из Латвии? В основном латвийцы, когда пишут транслитом, они типа где мягкий знак, ну типа там менять, еще что-то такое. Они пишут там J. Может, типа это как... какое-то негласное правило транслита? Ну, да, но это типа... ну, латвийцы так пишут, короче. Немецкий, потому что изучали. Вместе изучали? А вы в какой армии были? В немецкой? Блядь, что за вопрос? Немецкие красноармейцы, да? Жанни слугил. Я, так полагаю, да? Ну да, да. Он в Дагестане. Кузгух, ты в Дагестане сейчас? И оба программисты, да? Вольфенштайн вместе с Бласковичем. Везде в славянских языках с латинцей я пишу, как я. Да? А, ну вот, но я знаю про латвийцев точно просто. Возможно и везде, Лунтик, спасибо за информацию. Он в Суктывкаре. Суктывкар. Он в Дагестане. Нет, он в Суктывкаре. Мы учителя. Учитель лжа. Так, учителя, Кузлех. Ребята. А я думаю, еще Кузлех расслабился, пишет в чатик. Кузлех, у тебя еще 10 минут, и у меня к тебе вопрос. Не хочешь ли ты выйти из 56 секунд? Чтобы, внимание, чтобы вам дали не минус рейтинг. Хотя бы, не минус. Могут и два минуса дать, Кузлех, а вам обоим, смотри. Носфу-то все равно, Сыктывкар, Дагестан, он минус поставит и все. Это как на этом, знаешь? Ну вот в этом, который все знают, да? Ну, как в школе. Так, я забыл. На сегодняшний онлайн-кап и на следующий, да? Да, сразу. То есть в следующем надо будет стараться в два раза лучше. О нет, начис, что ты делаешь? Начис, сделай это обратно. Сделай это обратно. Начис, прекрати. Видишь, что сделал начис? Да, он сделал кузгухник. А сколько в Сыктывкаре? А вы в одном городе живете? Что-то я запутался. Name Nahas. Name Nahas. Кого name? Наснос. Наснос. Это здание для чего? Оно наснос. Наснос. Насос не балуйся, а качай.
О, хостовары, начальник насоса пришел. Угу. На Возго. Насос — это же хостовары, правильно? Значит, хостовары — непосредственный начальник начеса. То есть, по идее, у хостоваров шиза. И как бы, но если насос — это хостовары, то хостовары — это насос. Да. Не хватает сейчас картинку двух Человека-пауков, которые указывают тут на дух. Да, да. А хостовары — это фейк Эдика. Нет, хостовары включал вебку на новогоднем стриме в Дискорде, поэтому хостовары не фейк Эдик. А вот то, что Кузгух — это фейк начеса, смотри, вот они ни разу одновременно не написали. Посмотри в чате, ни разу одновременно не написали. Сидит, наверное, с двух браузеров, да? Да. Так, осталось 6 минут. Ребят, что по таймам? Диман из ЕТ, он же Диман. С одного вообще-то. Ну, то есть, то, что он не фейк Кузгуха, это он ничего не сказал. Так что, approved, так сказать. Approved. Так, Диман из ЕТ сделал 39,9. Пока что занимает лидерскую позицию на одном из серверов. А на другом сервере Пакистан у нас стоит. Поэтому мы включим Женечка, который сделал 39,2. Айпишники разные. VPN включил, выключил. Чё там? Так, подожди, вы в одном городе-то? Вы оба учителя программатики, да, вот этой? Как она? Программистика? Компьютерология, да, вот это? Компограммиты, да? Компограммиты? Компограммиты. Звучит как этот народ в Моровинде, блять, какой-то. Компограммиты. Типа, знаешь, это... Главное не перепутать с копрограммитами. Копрограммиты, да. А есть в Моровинде был такой этот корпус. Болезнь была там такая. Ты играл в Моровинд, Дима? Моровинд не играл. Ну хорошо. Ну я примерно видел начало, это, наверное, раз 8. Потому что у меня сосед по общаге запускал, говорит, сейчас пройду, и в итоге так и не прошел. Так, Димон из рефлекса стоит. Дурак побежал. Блять, дурак. Носов тоже программит. Я видел, где-то участвовал. Такой ник. Программит. Программит, может, все-таки. Информатики. Да-да, информатологи. Вот эти вот. Информаркетологи. А вы в одной школе, да? Или не в школе, где вы в институте? Не, учителя. Информатолог. Информатолог. Не, это круто, на самом деле. Обучаете маленьких детей, как играть в фраг. Это очень круто. Информатолога-анатов. В школе разных. А в городе в одном? А как вы познакомились вообще? Давай, расскажи. Может, мне у них вообще интервью взять? Играем иногда на перемене. В институте. Теперь понятно. Димку Киллера учили Кузвех и Кузгух. Теперь понятно, почему Кузвеха такие таймы, как будто он, типа, знаешь, два раза прошел и отправил. У него просто переменка кончилась. Что успел, то и отправил, блядь. Просто в одном городе. И плохо. Я никогда не смогу это прочитать, поэтому я это написал. Что? Что? При высокорассмотрительствующий информатолога Анатов Дмитрий. А каких информатолога Анатомов ты при высокорассмотрительствуешь, Димон? Каких? Вот Дмитрия всяких там. Алексеев там. Привыкся много рассмотрителей, существующий информатолога Анатов.
Так стало быть, Кузгух это Димон. Так, подожди, у нас есть Димон из Рефлекса. У нас есть Диман. У нас есть Димон. Я написал неправильно, придется много раз смотреть, если еще ёпта. И у нас есть Димон из Сыктывкара. А, у нас два Димона из Enemy Territory. А еще у нас есть Андрей. А еще у нас есть Андрей. Значит, и Андрей. Ну, забавно, забавно. Полторы минуты осталось. Блин, я не знаю. Наверное... Я не знаю, просто я чувствую этот онлайн-кап настолько бесполезным каким-то, что... Обычно я вроде что-то комментирую, а тут ничего не комментирую. Мы тут общаемся со всеми. Может, проводить онлайн-капы в формате общения со всеми. Just онлайн-кап? Just talk. Just chatting есть категория. Just chatting онлайн-кап. Онлайн-чатинг? Онлайн-чатинг-кап. Кто быстрее зачатится, да? Поболтать кап. Поболтать кап, это смешно. Кто быстрее обсудит нужную тему, да? Придет к какому-то выводу. Динлае онлайн кружку лучше. Динлае. 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 Андрей, ну ты чего? Андрей, ты. У вас 10 секунд. Так, Аурум, кстати, может перебить сейчас Димана, наверное. Нет, он не перебьет. Ноль, все, стоп, Туме. Стоп, стоп, ребята, остановитесь все, ребята. Стойте, я снимаю. Стойте, ребята, остановитесь. Стоп, карта. Ребята, остановитесь. Так, давай нос в сигналь тогда. Обувь на пятой нет. Очень отлично. Жаль, Нос, ты меня как всегда расстроил. Давайте. Вот пиды. Осуждаю. Ты не заводил карту тут на втором сервере. Ой. Егор. Так, подожди. Дурак перебил. У меня опять не заходит. Дурак перебил после стоп-тайма. Значит, Диман первый. Правильно, Нос? Мы же только до стоп-тайма мы, да, считаем? 20 мегабайт карта весит. Нет, у меня все стоит. Да. Все верно. То есть скриншоты делаются до того, как ты пишешь стоп-тайм. Дурак вообще не зареган. Так он дурак. Блин, а скиньте мне карту, у меня опять не заходят на пятую карту. Что за карты ты у нас такие нашел меня на карты найти? Скиньте мне эту карту, пожалуйста. Тебе сейчас скинули, да? Да, как это называется? Заксисхизм. А ее опять у меня две почему-то. Ну давайте скиньте две. Там некуда результаты ставить. Дайте две, ребят. Дайте две. В смысле нет элементов. А скиньте, пожалуйста. У меня нет этой карты. А ты зашел? Шок. Страница недоступна, что это значит? Вот. Мне кажется, просто страница недоступна. Какого хера? У меня ее в дефраге нет. Нос, вскинь нам карту. Вот она, бляха. Я ее нашел. Давай.
Мне кажется, это просто как будто... Она превышает 8 мегабайт, я не могу тебе скинуть ее. Во, мне нос вскинул. Drop me files. Красавчик. Класс. А как? А у всех остальных зашло? Все нормально играют? Почему у меня только такие проблемы? Что-то я не понимаю. Класс. Почему Q3DF недоступен вообще? Чё за фигня? Так, я захожу. Сборку зерга скачай. Может мне, может мне еще из окна, блядь, выпрыгнуть сбоку зерга. Так, это у нас что-то знакомое. Классная карта, на самом деле. А, я ее помню, слушай, я ее даже, по-моему, задрачивал. Да, 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 я ее помню. Блин, классная карта. Так, сейчас второе окно открываю. Мапа классная, реально. Мапа класс. Так, начис, давай, ты... Жму класс, ребят. Жму класс. Так, паркипоп уже 31.4 сделал. Так, уже 26.6 паркипоп взял. Офигеть, быстро растет мальчик, так сказать. Так, давайте смотрим, значит, за фракиром. Так, узлех, сделал 42. Узлех. А у меня к тебе вопрос есть. А не хочешь ли ты выйти из 40 секунд? О, Пакистан, 29.2. Я думаю, вот это Пакистану будет попроще. Я сделал это. 26.4. Блин, классная карта, на самом деле. Вообще, блин. Но она вроде особо без роутов. Понятно, что тут надо вот эти всякие ГБ, вот эти ваши делать. Вот эти ваши ГБ. Да. Но карта классная. А, и все, это финиш, да? Она еще и коротенькая, mm-hmm. типа такая. Короче, и такая, и такая классная, да. Блин, надо ее запомнить. Может, поиграю когда-нибудь. В смысле, я их придумал, ты угораешь? Их придумал этот... Кто? Нос, ты старый, кто придумал ГБ? Кто-то из наших, охотник, первый раз, первый, самый-самый первый сделал их охотник. Или кто там? Самый первый ГБ сделал кто-то из наших. Зерг, конечно, ты что? Не в курсе? Зерг сделал самый последний ГБ. Уже все уверены. Кемпинг-газ, я не удивлен на самом деле. Нет, нет, не Цигаз. Нет, нет, Цигаза мы не считаем. Цигаз он программюга, мы его не считаем. Кто-то из игроков самый первый сделал ГБ. Что значит мы не считаем его? Газбуст, я понимаю, что Газбуст, но мы его не считаем, потому что он их придумал. А кто первый сделал после него? Я помню, что кто-то называл какой-то русский никнейм. Кого-то из наших. Нет, не до Веспа делали. Говорили в 2004 году, по-моему. Петрович. Уни делал. Уни это кто вообще? В смысле, я помню. Без сколько лет? Димон, тебе сколько лет? Димон из Сыктывкара, сколько тебе? Мне 19. Ты из Сыктывкара, Димон? Ты говоришь Димон, я только это услышал, я сразу говорю. Димон? Димон из Сыктывкара. 35. Откуда Димон? А? Димон откуда? Из Сыктывкара. Вот так вот. Дефрагу 19 лет. Да. Это значит, что когда Дефраг появился, тебе было сколько годиков?
Дефрагу больше, чем 19 лет. В смысле, а какого месяца он там? Он 99-го, знаешь. Нет, это Квейк 99-го. Ну, Дефраг тогда появился. Нет, Дефраг 2001-го. Википедия говорит, что это 99-го появился. Я сейчас открою Википедию. Либо карты 99-го года, я не помню уже. Или наоборот. То ли написано, что на Википедии 2001, а карта 99-й, либо на сайте 2001. Дата выпуска Дефрага 1 января 2000 года. Даже так, до 2000. То есть Дефрагу 21 год. 21 год, ребят. Но я точно помню, что я, блядь, явно не 19. Топ-3 перед последним раундом. The Queen, Proki, Aulon. Дефрагу 21 год, понимаете? Да. Димон, а тебе сколько лет? 22? Я же говорю, сколько мне лет. 22, нихуя это завысил, конечно, на 3 года. Андрей года? На 3 года. Какой Андрей, Егор? И что у тебя в голове какой-то Андрей? Начес, отстань. Начес, отстань, пожалуйста. Блин, ну карта классная. Дефрагу 21 год. Карта классная, и Дефрагу 21 год. Что я всего на год старше Дефрага? Да. А я на 6 лет старше Дефрага. А я на 3 младше. Я на секунду отойду. Давай. Не, ну Пакистану явно эта карта понравилась. Я более чем уверен, что Пакистану эта карта понравилась. Потому что видно. Так, Кузлев, из 30 секунд выходи, давай. Так, на одном из серверов у нас лидирует Аурум 24.3, на другом 26.1. Но тут вся проблема финиша, я так полагаю, потому что на финише очень кривой спейсинг. Точнее, он, скорее всего, не кривой, он очень такой своеобразный, поэтому... Финиш не изи. И я... Думаю, что в принципе, возможно, здесь нужно запускать больше, чем одну ракету наперед. Но в ЦПМ нет. В ЦПМ, наверное, нет. В ЭКУ-3 по-любому надо две запускать. А вот ЦПМ надо как-то очень хорошо... Это... Чеков не было. А чё, зачем тебе чеки? В смысле, вообще на карте чеков нету? Это уже плохо. Это уже не очень хорошо. Алло? Алло. Ты спалился, Дима? Я знаю. Я знаю, что нарочно нажал на кнопку. А, тут даже так, тут наверху рампа, значит, тут можно, в принципе, и хороший 2х сделать, и сразу залетать на финиш. А сколько рекорд, ребят? Так, мы смотрим 10 минут за Пакистаном, давайте сменим на JustGamer. JustGamer, кстати, очень сильный, способный игрок. Рекорд, между прочим, в CPM 21 у Декса. Ооо. Это как бы это красный платок, типа для меня, да, как для быка, но.
Что я должен? Что я должен? Вообще-то платок не красный, а желто-синий. Если чё. Это не важно. Какая разница? Красный там, синий. Just Gamer очень сильный игрок. Как ты считаешь, Дэн? Just Gamer? Да. А где Just Gamer? На каком сервере? На первом. Так, почему он из двух минут только вышел? Давай, потому что он пишет нам в чат. Поэтому, вот он писал в чат на протяжении секунд 10, например, суммарно, да? Да. Это означает, что в теории, если он вдруг будет идти на рекорд в последние 10 секунд сервер тайма и не успеет на 10 секунд закончить, как бы пересечь финиш, получается, что он как бы проиграл из-за того, что писал в чат. Да. Just Gamer, если ты не будешь кидать 2x в конце, будет плохо, короче. Выгоним из молодежки, кидай 2x. Да. Нет, 2x надо уметь, чё, я чё? Обязан. Там не такой сложный 2x. Любой дефрагер. С плазмы. Да, любой дефрагер, даже с старых, умеет делать 2x. Спроси Анха, он умеет делать 2x, допустим. Так, Аурум кидает, кстати, 3x. Но он не использует эту рампу наверху. А я думаю, что здесь надо использовать эту рампу и кидать в нее рокет. Но это не точно. Надо посмотреть, где триггер инит расположен. Инит точно не на рампе. Он там... Короче, он не на рампе. В смысле, он при вылете типа из он этой... Он вертикальный, короче, на ближе к платформе. А. О, дабл джамп, смотри, мутит какой. Угу. Ну, то есть нужно кидать, наверное, тогда в стену. То есть разворачиваться и кидать в стену тогда. А не в рампу. Ну, в ЦПМ, по крайней мере, не знаю, как внутри там получше будет. О, нет. О, нет. Так, давайте посмотрим за геймрок. Дурак entered the game. Он вошел. Вошел в игру, дурак. Он в игре. Он геймер в игре, ребят. Сейчас геймер. По-моему, 3x тут довольно-таки оправдан. Ну ты-то сликаешь мало. Так тебе не надо сликать мало, не знаю. Ну то есть у тебя мало скорости на слике. Ты же можешь и рокет получше сделать, и посликать хорошо, и сделать хороший 2x, и все там нормально вроде как складывается по спейсингу. А вот 3x, мне кажется, это для выкутри уже. Чё слик? Не знаю. Чё-то Андрей говорит. Тут что тут? Слдик есть? Я не понимаю, что такое слдик, во-первых. Слдик, да, что-то странное. Слдик. Давай не будем говорить слдик на Твиче. Давай. А то нас за слдик будут банить, так называем. Да, поэтому скажи еще раз. Это же не наш канал, слух. Да, поэтому скажи еще раз. Это же не наш канал, слух. Да, поэтому скажи. Так оказывается, слик есть. Оказывается, где? Он никак не помечен на карте.
Да, оказывается, знаете, нужно догадаться. Оказывается, на карте не помечен слип, потому что его нет. Коньки не забудьте, да. Осталось 13 минут. На сайте TheFrag.ru самая первая демка отослана 2004-02-06. Урок истории. Вам понравился урок истории? Да, не, ну 2004 это сильно, конечно. Тогда еще никто ничего не умел. А те, кто умел хоть что-то, уже были сильнее в два раза. Самая первая демка кого? Ваша? Или в принципе Defrag.ru? Я так полагаю, это самая первая демка Кузгуха. Радиатор какой-то, видал? Радиатор, да, отец Defrag.ru. Да, радиатор, если что, это отец Defrag.ru. И получается, что он отослал самую первую демку, видимо, просто потестить. Типа, ну, работоспособность. Вот, вот, JustGamer, вот, все, изи, смотри. JustGamer. Легчайшая, парень. Легчайшая. Пройди, просто не торопись, не надо торопиться. Вот и все, вот и 34.9. А теперь, отлично. Если ты не выходишь из 30 JustGamer, учитывая, что ты в конце упал в телепорт и потерял больше, чем 5 секунд. Если ты не выходишь из 30 JustGamer, дальше будут дальнейшие последствия. Дальше будут дальнейшие последствия, ребят. Как угол сделать в ЧС? ДФ, ЧС-2, ЧС-2, инфо, сколько там? 20-40? Не, инфо... 2040. Один. А зачем такие углы 2040? Не знаю. А где у меня углы? Короче, ДФ, ЧС-2, инфо... Пусть один будет. 140. 140 вроде нормальный будет. Ну вот как у меня, по крайней мере. С палочкой. А зачем 20-40? Это что, такие углы? Или это то же самое? 20-40 это, я так полагаю, что до сотых. Я почему усы? Не знаю, фантастика. У меня вообще ничего не меняется. Фантастика. F, CS2, инфо. А что, я неправильно написал? Все правильно написал. У меня ничего не меняется. Ну, ладно, будет. Так, сейчас я подойду. У меня? Нет, 140. У меня вообще 30-31. GeoNex! Здорово.
Какие молчанки? Егор отошел. Сина. Красава. Кианекс, это последняя карта. Не хотел я вас, конечно, расстраивать, но так уж получилось, что вы пришли на последнюю карту. Пятая последняя, да. Алло. Алло. А ты чё, Димон, молчал? Не совсем. По большей части. Привет, Кианекс. Да, поздновато ты пришел. Евгений. Евгений. Так, давайте сменим. Кто у нас топы? Аурум топ-1 на одном из серверов. И Женечек топ-1 на другом из серверов. Обидно, что чекпоинтов на карте нету, на самом деле, потому что чекпоинты здесь бы очень пригодились, чтобы потестить роуты. Ну так-то да. Но чекпоинтов нету. Поэтому обидно, конечно. Может быть, перевыпустить ее с чекпоинтами, Димон? Нет. Почему? Забанят. А назовешь по-другому? Можно выпустить карту от автора. А, в натуре. Как это было? Где было это? Где? Что? Где такое было? А ты не знаешь, да? Не. Забыл? Забыл уже, да. Ну, может быть, да. Я вам напомню. Я помню, что такое было, ну-ка. Это было с картой на три буквы. А, ну да. Карта называлась Ху. Да. Карта на три буквы. Что же это? Ну, ребята, можете мне напомнить карту на три буквы? Нос, ну зачем ты так палишь? Так нос, а что, куда? Это нелегально, что ли? Ну, блядь, по-моему. Так это легально, наверное. Нелегально в нашем кругу. ГВН. Да, я думал, что это что-то с ГВН. Ну, коз это все равно же ГВН, потому что часть карт ГВН сделал коз. Ну, коз 24 это не совсем ГВН. Ну да, Он дольше, чем 4 секунды, как бы. Но козомет имеет причастность к ГВН. Да, и эффект, и Жан. И вот все имеют. Да. Они все делали ГВНы. Вообще все ребята делали ГВН. Да, каждый в своей жизни должен сделать ГВН. Даже я делал, ну, ребята. А вы делали ГВН? Иван Андреевич. Я ГВН? Да. Да, ХМС называется.
Внезапно, я не думаю, что ХМС это ГВН. Я думаю, что ХМС это ХМС. Правильно? Ну, это по смысловой нагрузке почти то же самое. Говно, то есть, да? Нет, ГВН это ГВН. А-а-а. Я понял. А когда ХМС 0.6, кстати, Димон? А разве последняя карта не 0.6? А когда ХМС 0.7, кстати, Димон? ХМС 0.6, это... От некого Адольфа. Чего? Ты забыл, да, эту карту с шафтом? Подожди. ХМС 06. Адольф. Я помню. Да, это я помню. Это великолепная карта. На ней, кстати, даже рекорды есть. Мы а их ставим. А в Q3 нет рекордов. Да, мы их ставим. Это обидно. А в Q3 ее можно пройти? Возможно, я уверен, что можно, но это будет очень сложно. Капец, а из 2 минут выйдешь? Там можно. Я помню, мы ее затрачивали, да, жестко. Да, я помню, когда она вышла. Я считаю, что ХМС 06 достойна экстракста. Она очень даже ничего так подходит, по идее. Кстати, да. Носов, подумай над этим. Носов, ты играл когда-нибудь в ХМС 06? А насчет Гнега, Димон, говорю, это Носов, ты был неправ, получается. Потому что даже Дональд отправил, понимаешь? Так. 10 секунд осталось. Напишите в чат. Да, вот так. Вот так, дурак. Дурак. GG. Все, что ли, прошло? Весь кап прошел? Да, представляешь. Представляю. Не представляю. Удачи тебе, Океанекс, в этой карте. Удачи. Где там стоит Океанекс? Он стоит удачи. Да. Егор. Да? А где там это, стоит Егор? А Егор стоит у шлепок. Так. А, мне надо, значит. Какой там ID? 214. Итак, переходим к результатам. И результаты у нас следующие. Участников всего 15. Даже Скаален отметился на первой карте. А я не помню. Нет, доп-карты не будет. Ради третьей стола поиграть. Ради ДФВЦ? А пятая как тебе сенат? Не, а третья Rocket Run был. Третья Rocket Run. В общем-то, первое место занимает ZQN, второе занимает Прокипоп и третье Аурум. Очень плотненько плюс-минус шли ZQN и Прокипоп, но ZQN все-таки победил. ZQN красава. Пятое зачетное бенза. Да, согласен. Одни FPS, да. Одни FPS, потому что андеды... Андеды все кастят, понимаете? Да, да, андеды организаторы. Типа... Позволили. Да, да, то есть, ну, ладно, я не буду развивать эту тему. Да. Да, пусть в общем, да. Ну все, ребят, всем с Новым годом. Запись будет на Ютубе, скорее всего, завтра или послезавтра. И, собственно, все. Всех с Новым годом. Всем удачи, всем счастья, естественно, здоровья. Счастья, здоровья.
не болеть, обязательно не болеть и стараться лучше, естественно. Желаю вот. Здоровья, счастья. Ну и хорошего настроения, конечно. Все, ребят, давайте. Всем удачи. Всем спасибо за участие. Спасибо Носфу. Спасибо Димону. Спасибо Нейту. И... Спасибо, парни. Спасибо, дружище. Спасибо, дружище. Все, давайте, ребят. Всем удачи. Всем пока. До связи.